Привет всем, вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора героев Энвилла «Бессмертные». А у нас сегодня очередные 5 уровней с 41 по 45. Нам нужно изучить печать, которую мы сначала разрушили, потом собрали ее, а теперь нужно ее опять изучить. После прошлого изучения мы ее разбили на несколько частей, надеюсь, со второго раза все получится. А мне удалось расшифровать надписи на печати. Похоже, она действительно призывает Гериона. Или запечатывает его, или заставляет взорваться от прикосновения к эклеру. А древние языки такие запутанные. А ясно одно, печать не дает Гериону покинуть пустоши. А по крайней мере, он точно не видит за пределы локации. Механику ты знаешь, нужно понять, как его успокоить. А спеть ему колыбельную? Разбить его на части? А вряд ли тут сработает дипломатия. Собери информацию о местных мобах. А мы проанализируем ее и найдем слабые места Гериона. Вообще-то мы уже разбивали на части, так что как бы этот вариант, мне кажется, не стоит пробовать. Так. Сразу стараться нужно найти жизни. И не пропускать их, потому что без жизни здесь... делать нечего. Можно там со слабыми ударами воевать, можно там еще чего-то делать. Но вот не будет жизни сразу. Хана, в общем, будет. О, вот и жизни. Отлично, успел даже взять их. Энергия здесь. Монетки, это я суперудар свой использовал. И так хорошенько их все подбило. Кстати, вот пока я добежал до следующей партии врагов, здесь уже как бы вот у меня суперудар почти восстановился. А здесь может быть жизнь опять должна быть. Нет, энергия, которую я, кстати, не взял даже. А суперудар готов, но вроде как я пока даже могу его не использовать. Нужно, чтобы где-то там больше врагов было. Здоровый такой, ух ты. Монетка. Так, наверное, суперудар все-таки использую. Зачем, правда, не знаю. А, там кучу всего полезного пропустил, наверное. И жизнь не взял. Главное, чтобы сейчас с боссом я не дрался. Я вот не помню, я персонажа своего, наверное, улучшал недавно, да? Потому что как-то он так пока бежит. Так мощно, скажем. О, жизнь еще, отлично. То, что доктор прописал. Хорошо. Уже суперудар опять его откатился. Мне не страшен серый волк теперь. Супер. Так, пора суперудар использовать, наверное. Ах ты. Такое уже было, по-моему, в сегодняшнем этом. В этом уровне. Точно такая картинка. Долго мне еще бегать. Я по кругу бегаю. Вот здесь, если повезет, будет жизни, да? Да. Ха-ха. И опять 25. Я так, наверное, буду 2 дня бегать, точно. Там сверху ракетница, это понятно. Мы уже к ней приготовились. И опять сейчас большое это чудище. Потом я опять использую суперудар и по кругу бегаем, да? Так, а ну-ка, ну-ка. Дайте, дайте, дайте мне жизни. Не дают, у меня уже меньше половины жизни осталось. Сколько? Я третий раз по этому кругу бегаю, такое ощущение, что, ну, вот похоже, да? Просто если сейчас еще так побегаю немного, и жизни у меня не будет. Вот видите, не жизнь, а энергия. То мне, ой, как не сладко будет скоро. Он меня бьют и бьют. Не пойму, может мне... нужно как-то из этого заколдованного круга выйти. Ну-ка. Опять вот я их подобью, потому что мне некогда с ними паникаться. У меня реально жизни мало осталось. Хватит уже, фу. Неужели? Прибежал. Слава тебе, Господи. О, вот я в прошлом, в конце прошлого обзора взял вот этого своего спутника, который умножает 2 раза. Больше у меня становится монеток из-за уровень, да? Так, а что я там улучшить нужно? Так, что это мне даст? Сила атаки.
Время действия, урон стихийной атаки. Вот не знаю, стоит ли улучшать. А по-моему, персонаж у меня уже максимального уровня, нет? Нет, нужно 4 кристалла. Ага. Так что я пока, наверное, все-таки еще покоплю. А потом уже буду меч улучшать. Так, все, погнали. 42 уровень. Вот, как раз кристалл сейчас дадут мне. А если все нормально будет, в два раза все увеличится. И я смогу еще один уровень персонажа поднять. Хорошо, очень и очень неплохо, игрок. Так хорошо или неплохо? У Гериона все же есть слабые места. А как и все обитатели пустоши, он не любит холода. А если использовать правильный набор умений, то мы с легкостью одолеем этого древнего голема. А проверь, чтобы у тебя было все необходимое. Хотя я на него иду с огнем, да? Раньше не могли сказать, что он не любит холод. И у меня оружие все заточено, и умение, по-моему. Дело в том, что последнее у меня аж холод, да? Типа вот, супер удар вот этот. О, жизни. Да, берись ты жизни. Пока все жизни меня уже покоцали хорошо. Так, нужно супер удар, наверное, все-таки бить. Вот. Я аж холодом его убью. О, плюсик. Да, берись ты плюсик. Фу, взял. Так. И вот так. Сундучок, кушай. Вот у этого должна быть жизнь. Нет, энергия. Всего лишь энергия. Может здесь? О, кристаллик. Взял, отлично. Плюс 2 кристаллика. Супер. Ладно, теперь дожить до финиша. Так, так, тем более, что там босс будет, а я все равно проиграю, ха-ха-ха. Так, нужно, наверное, супер-удар использовать. Ай, там не жизнь, а энергия. Блин, неужели это не босс, а я супер-удар использовал. Похоже на то. Ох ты. Игрок, хей. Как твое прохождение? Ну так, привет, Тоби. Справляюсь. А это хорошо. Я бы хотел сказать, что впереди тебя ждет множество земель. Но, судя по всему, с нашим миром что-то случилось. А, я не все уровни могу найти. Есть предположение? А, пока только одно. Кто-то выгрузил копию игры. Но он успел скачать не все. Это бы объяснило многое. Главный вопрос, кто и зачем это сделал? Прикольно. Может быть, написали, что это финал? Я потом пошел дальше разбираться. В следующем уровне улучшил бы персонажа. Все были бы довольны и счастливы. Вот у этого, по идее, должны... Нет, опять энергия. Опять энергия не жизни. Что ж такое? Ай, как обидно. И опять энергия, слушайте. Везде энергия. Но мне что, нужно жизни? Ай-яй-яй. Так. Вот, жизни были, а я их пропустил, да? Вот, я их все-таки взял. Вот под конец, хоть чуть-чуть. Потому что я реально без жизни. Уже почти побежден. Так, срочно супер удар. Там их просто немерено. А, и все, обратно побежал, блин. Там же куча всего. Вот еще жизнь. Отлично, самое главное это жизнь. Ух. О, что, неужели прибежал к финишу? Обалдеть, неожиданно вообще просто. И, смотрите, 2 кристалла. У меня теперь 7 кристаллов. Я же 2 взял еще с этого сундучка. Супер, то есть я могу улучшить персонажа. Ура! То есть у меня жизни прибавится. Атаки. Сила атаки. И время заморозки. Класс. Так, ну... Может улучшить и куб.
или меч все-таки свой. Три кристалла у меня как раз есть. Улучшенный куб дает. Возвращает всю накопленную мимиком руду, даже если мимик не умер. Угу. Прикольно. Хорошая штука, конечно. Хочется. Наверное, я лучше, потому что меч я пока не буду улучшать. У меня персонажа улучшил. И так должно быть хорошо сейчас. Все, в прохождении. Проверка инвентаря. Ой. А вы же поняли, мне же нужно было брать меч, который морозный, типа, да? Ага! Уф, похоже, у нас есть все, что нужно. А теперь можно собрать немного ресурсов и атаковать Гериона. Надеюсь, ты готов встретиться с ним лицом к лицу? А, ну или что там у него вместо лица? Вообще-то не готов, честно. Честно, не готов. Страшно, пристрашно. Дело в том, что у меня персонаж-то стал сильнее, я надеюсь, это... Вот я жизни восстанавливаю. Ладно, для начала мне к нему подойти со всеми жизнями, это уже будет очень... Ой, блин, а там я никого не взял, ничего не взял. Супер удар мне помог, но вот ресурса я не собрал. Он классный, конечно, но вот то, что ресурсы потом не собираются, это плохо. Так. А почему со мной никто не ходит, не летает? Я не пойму. Монетки, вот опять. Монетки пособирал. Ай, там жизни пропустил я, блин. У меня, конечно, жизни еще много, но вот лишние никак не помешали. Опа, похоже, сейчас будет бой. Нет. А, я знаю, что вы... что нас вырвали из нашего мира. Выходит, мы существуем только тут, в пределах... в пределах всего этого. Откуда ты это знаешь? А я игровая справка, я должен помогать игрокам. А, ну и мой хозяин рассказывал мне о своей жизни. Этот твой хозяин занимает слот памяти игрока? Да, но мы потеряли связь. Я думаю, я мог бы найти его в великой мировой паутине. Если бы я мог туда добраться. Так. Если нам удастся выгрузить одного персонажа из игры, то я смогу помочь тебе. Правда? И я смогу попытаться найти хозяина? Да. А, спасибо тебе. Тебе нужно пройти игру до конца, и дорога будет открыта. Логично. Так. Что там у нас? По-любому бой. А, я думал, что уже там будет бой с боссом. Так, ну-ка посторонись. Ой, хорошо. Теперь главное мне где-то жизни взять. Дайте жизни. Не дали. И здесь тоже, смотрите, куча всего. А жизни не видать. Блин, тут еще опять их куча. Сколько можно? Так, монетка. Думаю, что так тяжело? Я сам бегаю, без помощника. Так, нужно суперудар применить. Вот опять не дали мне. Там энергия, опять не жизни. У меня уже половина жизни. Короче, я к боссу бегу, уже подбитый. Я еще ни разу не взял, наверное, жизни. Ну или раз там, не помню, в этой миссии. Как им объяснить всем, что мне нужны жизни? Вот серьезно, ну нету их. Опять вот я использую суперудар, сейчас пробегу дальше, да? Вот здесь где-то должны быть жизни. Вот. Я их не взял, видели? Они были, но я их не взял. А все из-за этого дурацкого суперудара. Что? Я прошел, и ничего не надо было делать. Прикольно, я думал, воевать буду.
так, но у меня кристаллов нет, так что я ничего не смогу сделать. Подождите, а почему? Я что, без этого был? Вот, выбрать. А, я, наверное, его не взял просто с собой. Тю, блин. Я его отменил и не взял. Да, темная башня, хорошо. Странно как-то получилось. Я думаю, почему я без него был? Игрок, мы в шаге от победы над Гирионом, древним големом, охраняющим эти пустоши. Осталось только его найти, но это несложно, ведь здесь практически ничего нет. А, поищи на локации самую большую и самую темную башню. А если она еще и двигается, то это точно то, что нам нужно. Так, посмотрим-ка. Вот большая темная башня еще и двигается, да? Но она небольшая, да? Это просто робот. Как-то они меня только сильно бьют. Дай мне жизни, пожалуйста, лампочка. Да дай же ты жизни мне, дай. Молодец. Дала жизни мне. Лампочка. Монетки там не забываю. Ой, ничего не вижу. Включите свет. Кто выключил свет? Супер удар. Четко прошел как раз. Правда, недалеко. Вон там еще одна лампочка. О! Привет, сундук. Энергия, блин. Так, нужно сундук подкормить, потому что если даже он не умрет, то вы помните, кристаллы мне все равно дадутся, да? Или как там у них правило, я уже забыл. Так. А где он, этот сундук вообще? Куда он делся? Порядок. Только жизни маловато. Совсем. Уже опять наполовину жизни подбили. Что-то не, нет, не видно желающих меня полечить. Блин. Лампочка, дай. Зачем я это сделал? Там же жизни были, скорее всего. Блин. Ну вот плохо, что он разворачивается, начинает сразу бежать. Нет бы там остановиться, посмотреть. Собрать все плюшки, там, не знаю. Вот здесь тоже, по идее, должна быть жизнь. Есть. Хоть что-то приятное. Опа. Я их вообще с подачи убиваю. Вот этих вот. О, сундук, блин, вы видели? А сундук получается-то... Я взял кристаллы, да, вот два кристалла мне написали. С каким-то методом я все-таки эту жизнь взял. Чей кристалл? Но я, скорее всего, здесь вообще до финиша не доживу даже. С такой реализацией этих вот сбора жизней. Видите, все, нет у меня ничего. Вот сейчас здесь, по идее, жизнь будет. Давай-давай, бей. Успел что-то взять? Да, успел я жизнь взять. Реально, это меня спасло покаместь. Не знаю, долго ли. Вот еще. О, вот, может, здесь жизнь, а? Да, вот еще жизни были. Слушайте, а жизнь-то налаживается. Правда, три здесь много врагов. Они мне сейчас покажут, где раки зимуют. У меня, конечно, спирдар откатился, но вот не знаю, когда его использовать. Использовать ли его. Наверное, сейчас. Монеток-то я хорошо собрал. Но... О, это все-таки финиш. А где большая башня? Темная. Странно. Класс. Вот, получается, мне не хватило чуть-чуть, видите, одного кристаллика и там 1500 чуть больше монеток. Иначе я смог бы улучшить персонажа, интересно. То вообще, почти 1,5 раза сильнее становится. Да, было бы классно. Ладно. Переходим все-таки к боссу, да? О, и новый какой-то там спутник будет со мной, да? Слушайте, а может здесь все-таки нужно какой-то... персонажа с собой взять, спутника получше. Награда-то крутая, конечно, но
она что мне не помогает лечиться, там всякое такое. Я сейчас, наверное, попробую, если не получится, то вот поменяю спутника. Моя новая шляпа в шаге от нас. Еще немного, и мы окажемся на все рынке. Осталось только разобраться с Гирионом. Всего лишь. Мелочь, подумаешь. Так, наверное, сразу я все-таки скрутар использую вначале. Жизни, отлично. Потому что пока я там дальше пробегу, вот как раз уже суперудар будет откатываться. А то вначале я его там бегу. Только потом начинаю использовать суперудар. Вот еще жизни, отлично. Мне главное добраться до Гириона с полными жизнями. Это самое главное. То есть как-то с ним я там уже потом совладаю. А вот полной жизни мне никто не даст. Так. Броня. Жизни пока не видать. Наверное, здесь я буду использовать все-таки суперудар свой. Монетки, хорошо. Я же просто пока не знаю, где он, этот... Чокобока. Так, жизни. Срочно жизни. Отлично. Я даже перестаю всех вокруг бить, когда у меня вот этот с лампочкой. Потому что знаю, что иначе пропущу просто эти жизни. Буду потом очень жалеть. А почему это я горю? Меня подпалили ракетницей. Так. Жизнь начинает уменьшаться, срочно нужно подпитаться. Так. Не видать пока лекарей. Ой, блин, видать босса. А я суперудар использовал. Ой-ой-ой. Вот это он, конечно, крут, слушайте. Да, но он меня просто сейчас прибьет. Нужно заморозку срочно. Срочно заморозку. 4. Ай, нет. Я его не добил чуть-чуть всего лишь. Вы видели, совсем чуть-чуть мне хватило жизни. Все потому, что я пришел сюда без суперудара. Так, это я уже видел все. Хорошо. Ну, теперь я готов. Я все равно не знаю, где он. Так, а почему? Я думал, я здесь жизни возьму. Карта как-то немного поменялась. О, вот жизни. Отлично, даже лучше. То есть по возможности суперудар нужно пореже использовать. Но мне не хватило буквально секунды там. Я бы как бы использовал суперудар, бы его заморозил, ну и все. Вот еще жизнь. Супер. Опять суперудар. Вот сейчас его нужно использовать. Как круто вообще все получилось. Я уже прям чувствую, что сейчас я его пройду, этого босса. Так. Молодцы. Опять жизни. Наверное, здесь суперудар нужно использовать. Как раз он успеет откатиться. Это еще, наверное, не босс. Нет, все-таки босс. Вот, у меня же наполовину суперудар откатился. Я к нему прибежал почти с полными жизнями, да? Отлично, я чувствовал это. Так, на меня пока я броню кинул. Поэтому мне не коцает, да? Сейчас у меня же суперудар скоро откатится. Я его по 1300 бью. Давай суперудар. Вот, отлично. Все, я же говорил, что я его прибью. Я знал это. Отличная работа, игрок. Спасибо всем. Советую тебе подумать над тем, что ты хочешь себе приобрести. Хочу. Вот смотрите, хочу удвоенную награду. У меня теперь куча кристаллов.
До этого мне кристаллов реально не хватало. А теперь я просто могу улучшить персонажа. У него вообще жизни станет он почти 8000, да? И атаки 2000 почти. Время заморозки больше. Класс. Кристаллов хватает, тебе нужно золото. А давайте глянем, новый персонаж наш, что он дает нам. Ну, спутник. А ледяные атаки наносят на 20% больше урона. Ага. Увеличить весь наносимый урон на 10%. При атаке персонаж замораживает врага на 3 секунды. При атаке персонаж и игрок замораживает врага на 3 секунды. А персонаж защищен от замораживания. Прикольная штука, но мне пока все-таки лучше денег. Я раньше, ну, не поставил вот этого вот спутника денежного. Так бы я сейчас в деньгах не нуждался, но пока нуждаюсь. Но все, сегодня, в принципе, было все отлично. Один раз проиграл босса, это не смертельно. А надеюсь, вам понравился этот выпуск. А поддержите его своими лайками. Оставайтесь с нами, скоро продолжение. Осталось всего 3 обзора до конца игры. Пока-пока.